Самое оздоравливающее из развлечений – баня в новом гостиничном комплексе «Дилижанс». Мороз и солнце. Думаю, что сегодняшняя погода порадовала многих. Чего ждать от недели в целом, узнаем у нашего эксперта, профессора ТВГУ Натальи Сердитовой. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые клинчане. Ну что же, характер погоды в ближайшие дни будет определять гребень высокого атмосферного давления. Сегодня атмосферное давление еще 749 миллиметров ртутного столба, а в последующие дни поднимется до 755, а к выходные и того выше 760 миллиметров ртутного столба. При этом ветер у нас южных направлений в ближайшие 3 дня 3-4 метра в секунду, а начиная с четверга усилится до 7 метров в секунду, но затем к выходным опять стихнет до 3-4 метров в секунду. Атмосферные осадки серьезные не ожидаются. В ближайшие дни мы с вами можем видеть, да, облачно, но с прояснениями. То есть, наконец-таки, после долгих облачных дней мы его увидим. И осадки сегодня и завтра достаточно небольшие. Затем осадки ожидаются только к выходным дням. Температура воздуха в дневные часы минус 7, минус 9 градусов. В ночные часы столбики термометров по области могут опускаться до минус 15 градусов. Однако в четверг мы ожидаем прихода атмосферного фронта североатлантического циклона. А это значит, что в дневные часы температура воздуха поднимется до минус 1, ночью будет минус 7. Ну а затем к выходным дням в дневные часы опять станет чуть морознее, минус 5, минус 6. Ну и в ночные, соответственно, минус 10, минус 12. Вот такая по-настоящему зимняя январская погода ожидает нас на этой неделе. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, это был подробный прогноз на неделю.